Доброго вечера, помощники мои, помощники. Ну, за сегодня, естественно, все не рассадила, все, что есть. Посадила вот здесь две розы плетистые, вот в этот большой чан. Он вроде бы на 120 литров. Здесь посадила белую и алую. И то есть они плетистые, вот палочку им сделала, чуть-чуть их закрепила. Ну, естественно, все полила. Все, как мне сказали, сделала. По крайней мере, постаралась. Еще рассадила тут, начала рассаживать свои бархатцы, что у меня были тоже на рассаде. Вот эти вот цветочки только посадила. И вот эту иву тоже посадила. И тоже я хотела ее... Хочу начать ее не шариком выращивать, а на... Как штамбово. Правильно вроде называется. Тоже палочку мне показала хозяйка, как правильно прищипывать. Но сейчас пока еще рано, пусть растет. И вот такой вот большой горшок, он вроде бы 13 или 14 литров. Ну, должно пока хватить. Мне сказали, что не меньше 10 литров. Но пока на сегодня все, к сожалению. Хотелось больше, но не получилось больше. Ну, мне сказали, что все саженцы могут сидеть и неделю в горшочках, так что, чтобы я не торопилась, спокойненько все рассаживала. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, думаю, дня за 3-4 все рассажу. Так что вот здесь еще хочу одну плетистую тоже розу посадить. Вот горшок большой приготовила. Ну, тут земля еще такая, то есть буду еще обновлять. И вот чтобы вот к этому столбу, не к трубе, потому что вот эта водосточная труба, она такая хливкая, а вот этот столб, он такой надежный, мощный. И думаю, как опору его использовать. То есть, а вот эти тогда кустики перенесу. Ну, хотя бы один. Потому что они еще тут покрытие держат. Не только красоту наводят, но еще и покрытие держат. Один горшок перенесу куда-нибудь. А второй оставлю здесь. И еще один вот рядом поставлю для какой-то плетистой. Даже не помню, что у меня из плетистых осталось. Ну, вот тут еще у меня, в общем. Вот это вот все нужно будет посадить. Ну, вот говорю, потихонечку, полигонечку все рассажу. За один день все не успела. Хотела побольше сегодня посадить. Но почему-то есть и другие дела. Да? Малышня-карандашня, естественно, помогает. Естественно. Как без них? Как без них? Эти такие большие у меня вымахали. Прям гигантские. О, уже бутончики там зарождаются. Прям такие почти метр, наверное, в высоту. Не считаю горшка, конечно. И потихоньку, потихоньку, полегоньку растет. Всем хороших посадок, отличные рассады, замечательные. У меня, скорее всего, будут даже ягодки. Вон тут смородинка. Урожай прям будет. Горсточку, надеюсь, наберу. Всем хорошего дня, прекрасного настроения, хорошей вам рассады и легких посадок.